Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Что-то мы с женой засиделись в Омаха, и пришла нам в ум мысль. А не поехать ли нам в штат Миннесота, город Миннеаполис, а заодно посмотреть окрестности этого города? Кроме как информации об этом месте из сериала «Фарго», я больше ничего не знаю ни про Миннеаполис, ни про Миннесоту. Поэтому хочу задать вопрос зрителям своего канала. Может быть, кто-нибудь случайно, кто смотрит и подписан на мой канал, проживает или в Миннеаполисе, или в окрестностях. Ну и, соответственно, может поделиться полезной информацией, а может быть, даже и со мной пересечься каким-то образом. Решение о старте будет принято, возможно, завтра, пока 50 на 50. То ли поедем, то ли нет. Зависит от нескольких факторов нашего желания и погодных условий. Еще немаловажный фактор – список тех мест, куда мы собираемся заехать. Вот, жена так немножко погуглила, нашла и выписала некоторые места, которые имеют смысл посетить в Миннеаполисе и в окрестностях. Вот. Но, тем не менее, гораздо интереснее было пообщаться с людьми, которые в настоящий момент проживают в этом городе. Поэтому под видео мой e-mail и, соответственно, жду ваши контакты. Ну, а решение о старте будет принято завтра. Ну, естественно, с собой возьму видеокамеру, фотоаппарат и постараюсь заснять это путешествие. Хорошего всем дня и хороших выходных. We'll be right back.